Привет, ребята, меня зовут Настя, и мы на канале Принц Арчи. И нашему принцу Арчи сегодня становится 2 месяца, и он уже супер взрослый. И сегодня мы хотим ему сделать один подарок. Вот, давайте вместе посмотрим, что там внутри. Если вам интересно, что внутри, подпишите нам на канал. Как интересно! Посмотрите, для нашего Арчи здесь стоит один Джек Рассел. И какие вкусные вкусняшки! Арчи, тебе нравится? Принц Арчи уже не ухает, ладно. Это мы сделали. Какой вкусный корм, да? И тут еще вот такие вкусняшки. И тут сколько? 1, 2, 3, 4 таких пачек. Вот это да! И это будет, это так круто. Мне очень нравится. Арчи, а тебе? И это самое вкусное лакомство для наших любимых собачек. Это называется ухо от зайца. Они их очень любят, и для них это как конфетка. Вон наш принц Арчи уже начинает ее грызть. А это зубная щетка для них. Это же мисочка какая красивая, черненькая. Что ему больше всего понравилось? Давайте, все это сюда. Походу он выбрал ушко на зайчище. Ну конечно, это же понятно. Это же для них как конфетка. Yum, 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 yum
прыгай, прыгай, прыгай. Это служить, а прыгать это вот так. Молодец! Ты хороший мальчик, а? Ты принц Арчи. Давайте, Арчи, желаем спокойной ночи. А в следующем видео мы вам покажем, как он снова будет энергичным на улице вечером. Пока! И ставьте лайки!